Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие. И у нас сегодня очередной челлендж. И челлендж, популярный в США, называется Touch Body. Потрогай тело. У нас есть масочка. Мы по очереди будем одевать масочку друг другу. Давай, три части тела или пять? Сколько будем трогать? Три части тела. Соответственно, проигравший, у нас же игра на части тела, должен съесть свиное ухо. Ну что, поехали? Иди, давай, в камеру. Поехали! Эндрю, я уже боюсь. Именно пальчик. One finger touch. Именно пальцем. Могу поковыряться? Это похоже на ноздрю. Да? Да. Хозяевок, надеюсь, не это, да? Мама, подбородок. Да. И это изи. Мама. Сейчас папа что-то даст мне потрогать. Так. Ну я не знаю, пощупать-то нормально. Щупай. Ты все запрещает. Ну, одну часть тела щупай. Не надо там возюкать пальцем. Что это? Да, непонятно. Возюкай, возюкай, вот у тебя точка. Пупок, что ли? А, нет! Это было вот это как это называется, сочленение. Как ты? Я согнул просто. Что за часть тела? Тактика хитрости и мудрости. Жесткое что? Лоб, что ли? Нет. Да еще потрогай. Скула. Нет. Ну, Андрюш, уже два раза было. Ну, хорошо, что это? Ключица. Ключица? Что-то похоже, правда. Так. Встаешь? Мама, надо еще один. Так, я пока подумаю. Язык. Это было просто, да? Да. Да, это был язык. Мне сейчас главное... Теплый. Не прогадать. Блин. Вообще, то, что у нас мама, кстати, вегетарианец, ей это вообще зло. Водой. Да. Значит, это как это, на вылет до последнего. Бой. Давай. Одевай. Ну, кто виноват, что ты такую простоту загадал? Ну, я думаю, ты с кошелок чем-то такое. Генечка, тебе нравится овечка? Да. Нравится? Да. Просто видишь, мужики, они еще не бритые, вот, допустим, щечку тебе не дашь потрогать. Скажешь, у тебя щетин, короче, я знаю, что это такое. Давай. Челюсть, это челюсть, не зубы. Зубы. Какие зубы? Мои зубы. Мои зубы. Ты что ты вроде тоже не понимаешь? Ну подумай еще. Это странно. Я думаю, можно догадаться. Давай еще раз. Кадык! Да. Да. Это то, что я глаз глотнул, да? Нет, я подумал, как странный все-таки жесткий.
Ну окей. Ну что, мне опять нельзя проигрывать. Прям по, на гранику. Ну у нас сегодня прям рубило вот такое, да? Мама, что-то мне хочешь загадать. Еще все. Плотная часть. Шея, что ли? Нет. А, подмышка? Да. Ну давай дальше, пожалуйста. Ну нельзя в плотную часть, потому что. Ты сначала не угадал? Ну что, у нас по две попытки хотя бы есть. А место конкретное? А, как? А, ой, ну как вам искать место? Мочка, наверное? Да. Ну давай. Мне опять нельзя проигрывать. Прям рубило вот продолжается. Сегодня не, никак не определится победитель. Лоб. Ну не особо. Висок. Нет. А, знаешь, что это? Как его? У глаз-то вокруг. Скула! Нет. Че? Папа, уже много. Че это было? Переносится. Серьезно? Да. Ну тут похоже на лоб. День, папа проиграл, представляешь? Что-то опять у нас сегодня. Друзья, ну что, челлендж закончился. Мамы wins, папы lose. Ну ничего, я ем свиное ухо. Мам, тебе повезло, учитывая, что ты вегетарианец. Все надеялись, наверное, что вегетарианец съест. Придется мне. Я могу помогать взять руку. Буду есть свиное ухо. Да, друзья, я, кстати, тоже никогда не ел свиные ушные. Свиное ухо. Пап, покажи Денису свиное ухо. Смотри, Денюш, часть тела. Я вот папу сегодня загадывал маме мочку уха, а это свиное. Свиное ухо? Какое ухо? У свинки. Ну, кстати, вполне съедобная штука. Да? Да. Так что, я сегодня не только часть тела угадывал, но еще и ел. Части тела. Про свиные. А ДНК свиньи очень похожа на ДНК человека. Поэтому сейчас я вырастут новые ушки. Или вторые. Ну все, друзья, на сегодня мы с вами прощаемся. Впереди у нас еще много интересных, веселых челленджей. Так что ставьте нам пальчики вверх, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока! Пока.